Федерация открытия года этот человек действительно оставался в тени команды «Даймок», но действительно всплыл в команде «Двестилетка» Джамбулат Абдулхадиев! Аксакала Джамата, уважаемого Абилова Адама, хочется сказать, спросить у тебя, на поле ты вообще не разговариваешь, их у нас зачем-то жара. Я не знаю, что сказать. Этот парень действительно красавчик, действительно является одним из лучших игроков в войнах лиги, не только десятилетки, но и в войнах лиги. И самый скромный человек в войнах лиги. Лично он играет в футбол. Молодец. Ассаламу алейкум. Адама Абилова. Джамби. Ей, Джамби. Ей, Ризван.